горит, горит. Горит тому, кто придумал это чувство, мы нужны этому миру. Нам бы лишь забрать его нетронутую глушь, которую назвали после дома. Мы, создав свои законы, уничтожив установы, что придумали давно за нас. Забирая то, что дала тебе природа, переделывая города, теперь по сути ждет и кризис, который не закончится тут никогда. Ха? Потепление, нехватка еды и воды, все это рук так называемых богов земли. Бедни перечислить, какие же натворили за последние года уничтожения всего живого, от мала до велика. Жучка до птички, что летает высоко в горах, и даже находясь внизу, глядят на всех живых, как нищих, разбирая себе пищу того, кто бы слабее, словно раб. А то, что позабавит тех, что убивать они привыкли, не только лишь создание божьих, а и тех, кто не похожи хоть немного на толпу, и давят сразу своим криком, пробирая до мурашек, вырывается злоба наружу. Почему вы так ужасны? Стали хуже всех тех тварей, что живут в этом огне, и демоны Тартара притаились я во тьме. Потому получше приготовьте свое резюме. Ведь люди не настолько и ужасны, как казалось, все на первый взгляд могут творить добро, но почему-то не хотят, ведь так сложнее даже жить, заботятся лишь о себе. И правда, так же проще быть на этой проклятой земле. Осталось обучиться доброте к тому, кто близок, не творить фигни для тех, кто далеко, ведь все мы жители прекрасной планеты, и идти дорогу и одно, и труден путь не все пойдут, но если хоть чуть-чуть для мира будет уже легче, а узы крепче станут наши и при следующей встрече, я уверен, сможем быть покрепче, словно некий титанит, который сможет защитить от того, что несет горы. Нам не нужно много крови, чтобы счастливо жить в доме, быть добрее и быть проще, все, что нужно для работы над собой. И в итоге ждет нас мир, которого хотят все на свете, в мире люди. И построим на века то, что в итоге назовут чудесная пора. Чудесная пора. Чудесная пора.